Сейчас мы попробуем разделать великолепную горбушу. Воспользуемся набором мартини. Это для того, чтобы удерживать рыбу, а и для всего остального. А рыба у нас попалась сабочкой. Очень полные икры. Но сейчас мы это все достанем. С одной рыбы сразу почти половина банки. Ах, как играет на солнышке. Так. Вот мы почистили рыбку. Теперь мы ее и разделаем. Я раньше недооценивал этот предмет, но, как оказалось, довольно удобная вещь. Мы находимся на природе, поэтому разделываем рыбу по-быстрому, без изысков. Это у нас пойдет на засолочку, а вот из этого будет прекрасная уха.